Мы из-за дашнаков потеряли 1,5 миллиона армян. Именно дашнаки натравили. Натравили турков на армян. Дашнаки привели, сделали так, что 1,5 миллиона армян убили. И тогда Россия бросила армян. Одних один на один с курдами и турками. И тогда дашнаки это устроили, резню армян. А теперь дашнаки ненавидят Пашиняна. Люди, которые, партия, которая убила 1,5 миллиона армян, теперь критикуют Пашиняна. Я говорю, дашнаки сделали так, что был геноцид армян. Потому что армяне вот так жили в Турции. Дашнаки обманули армян, и 1,5 миллиона армян мы потеряли. Именно из-за провокации дашнаков. Теперь дашнаки, армянские организации России, карабахский клан, все время призывают к войне с Азербайджаном. Мы не будем воевать с Азербайджаном. Мы будем работать для того, чтобы интересы Армении были защищены. Вот и все. Армения будет укрепляться, ее интересы будут защищаться. Мы не должны ни с кем воевать, потому что погибают достойные парни, а такие трусы-блогеры из Москвы сидят в Москве. Мы что, будем убивать парней из армянских сел, а ты, кочаряновские блогеры, будете сидеть свои жопы, что ли, увеличивать? Кто вам это сказал? Когда армяне России, 2,5 миллиона армян, переедут в Арцах, тогда вы будете говорить о войне. Хорошо? 2,5 миллиона армян, когда переедете в Арцах, тогда будете призывать к войне. Заткнитесь и прекратите призывать к войне. Трусы. Вы такие патриоты, да? Вам не стыдно, да, убивать армян из сел, как бы, из простых сел, а самим сидеть со своими сыновьями в своих квартирах? Вам не стыдно? Как вы вообще кушаете за столом? 32 года убиваем детей из бедных семей, пока дети богатых всех сидят у себя в домах. Что это такое вообще? Вы знаете, сколько людей заболело диабетом за 30 лет? Пол страны от нервов, пол страны заболело инсультом. Чего вы добиваетесь, дашнаки? Чего вы добиваетесь, воры в законе из России? Чего вы хотите? Чтобы все умерли от инсульта, от диабета, да? Надо работать. Никто не говорит, восьми часом гнат турки анкере дарнак. Никто не говорит, что нам надо дружить с азербайджанцами. Но хватит. У них тоже очень много погибло людей. Они тоже люди. У них тоже есть Бог. Бог не говорит, что он любит только армян. Бог любит всех и наказывает всех одинаково. Там, где азербайджанцы переборщили, он наказал их. Там, где мы переборщили, наказал нас. Даже если будут какие-то инциденты, мы должны призывать к миру. Зачем нам призывать к войне? Я хочу сказать, что армянские блогеры из Москвы откуда знают? Наши родители, чьи дети на границе, они круглые сутки думают, их сын вернется домой живой или нет. А вам что, вы сидите на диване в Краснодаре, в Москве, в Ростове. Родители солдат каждый день думают, нашего сына убьет снайпер или нет. Вам не стыдно, вы призываете к войне? А если ваш сын будет стоять на границе, вы также будете призывать к войне, да? Россия нас не поддерживает. Сделала все, чтобы мы проиграли. Турция нас не поддерживает. Иран нас не поддерживает. Армянская диаспора зарабатывает деньги на погибающих парнях. Католикос не поддерживает Пашиняна. Арцахцы не защищают свой дом. Как нам воевать? Объясните, как? Если все хотят зарабатывать на войне. Так нельзя, стыдно призывать к войне все время. Все призывают к войне, но воевать не хотят. И в итоге погибают самые достойные парни. И в итоге погибают самые честные парни. А вы знаете, какую войну они ведут против меня. Но я на стороне армянского народа, Армении, и я на деле это доказываю. Но поверьте мне на слово, мы должны работать над миром. Не только от Алиева и Пашиняна зависит мир. Это зависит от общества. Если общество целый день говорит о войне, как они могут договориться? Алиев с Пашиняном не могут договориться, если общество заполнено злом. Пожалуйста, хватит говорить о войне. Я это говорю вам от имени всех родителей, чьи дети сейчас на посту. Пишите в комментариях, что вы об этом думаете. Спасибо за просмотр. Не забудьте подписаться на наш канал и поставить лайк этому видео.